О скорейшем принятии пенсионной реформы в первом чтении говорил сегодня и премьер на заседании Кабмина. Владимир Гройсман заявил, что надеется на позитивное голосование. Кроме того, вспомнил о нашумевшем уходе лоукостера Ryanair с украинского рынка и предложил перевозчику для начала остаться во Львове, раз пока не удалось договориться с Борисполем. При этом проведут аудит уже прошедших переговоров. К слову, стало известно, что министр инфраструктуры все же подал представление на увольнение директора аэропорта Борисполь. На заседании Кабмина решали и финансовые вопросы, выделили 50 миллионов гривен для Львовской облгосадминистрации на борьбу с мусором. Но не все министры готовы помогать львовянам. Вы хотите профинансировать вывоз львовского мусора за державный кошт? А львовский городской бюджет пусть... Почуваю себе спокойно. А Львів буде сплачувати все, що стосується вивезення, тарифи і так далі. А ці 50 мільйонів ми направляємо обладміністрації для того, щоб ті полігони, на яких поки що тимчасово вивозять, за межами міста Львів, привести в нормальний стан, допомогти їх підтримати дієздатність. Всі 100% фінансування всіх проєктів має виконуватись за рахунок місцевого бюджету міста Львів. Там є достатньо грошей. Але там, де потрібно, щоб держава допомогла, ми завжди допоможемо.